Светлана, вы разрабатываете библиотеки надежности компонентов? Ну, если ответить кратко, то да. Чуть шире отвечу на ваш вопрос. То есть мы делаем библиотеку надежности в привязке к тому оборудованию, которое у вас работает. То есть мы берем технологическую систему конкретную, оборудование, связанное между собой потоками продукта, либо там потоки энергии, и по ним считается карта рисков. Мы научились считать риск отказа на определенную дату для какой-то технологической системы в составе цеха, там, участка какого-то, либо установки. Мы научились делать оценку стоимости работы, то есть сколько стоит работа по этому дефекту, в составе этого узла, в составе этого оборудования. И мы научились рекомендовать стратегию по этому дефекту. Это вот на текущий момент наш как бы статус методологический.